Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab S7 Plus узнать свой номер MEI и серийный номер планшета. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел сведения о планшете и находим здесь только наш серийный номер, к сожалению, без номера MEI. Такие дела. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!